Доброе утро. Доброе утро, директор. Директор Лин, не смотрите в телефон, когда идете. Это опасно. Я в порядке. Я имею в виду, что это опасно для телефона. Моешься в компании? Экономишь деньги семьи, да? Конечно, нет. Я остался в компании прошлой ночью. Сверхурочка. Я не ставила тебе никаких задач. Я живу в компании, потому что мне некуда идти. Почему? Арендодатель внезапно расторг договор. Я пока не нашел квартиру. Директор Лин, вы меня уволите? Живи как хочешь. Но не забывай вставать пораньше. И еще, надень одежду. Никто не должен тебя видеть так. Спасибо вам, мой директор. Яо Юань, что происходит между тобой и директором Лин? Вы двое случайно не встречаетесь? Вы приходите в компанию работать, а не сплетничать. Сообщается, что последние 5 лет вы скрывали, что не можете вырезать. Можете прокомментировать это? Есть старая поговорка. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Слух это или нет? Думаю, правда откроется через 3 месяца на премии «Золотая скульптура». Не ожидала, что ты так заботишься о моем брате. Ты снова теряешь время. Я сама решаю, как проводить свое время. Не беспокойся обо мне. Я пришла кое-что доставить. В мой день рождения хочу устроить вечеринку. Приглашаю много друзей. Надеюсь, ты тоже придешь. Приходи, если у тебя есть время. Я не буду заставлять тебя приходить. Кстати, ты будешь на премии «Золотая скульптура». Стоит ли заранее пожелать тебе успеха? Не волнуйся. На этот раз я не проиграю Гу Янчену. Можешь идти. Почему так хочешь, чтобы я ушла? Я редко бываю здесь. Так нельзя обращаться с гостем. Не угостишь ли меня чаем? Пей. Ты такой послушный. Если хочешь пить чай, просто пей. У меня дела. Мне надо идти. Снова избегаешь меня. Ну уж нет. Посмотрим, куда ты идешь. Есть старая поговорка. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Слух это или нет? Думаю, правда откроется через 3 месяца на премии «Золотая скульптура». Значит, ты все это запланировал? Ты заставил меня волноваться. Нравится, как ты беспокоишься обо мне. Тебе легко говорить. Я же очень беспокоюсь. Как ты себя сейчас чувствуешь? Неплохо, но я все еще не в лучшей форме. Тогда когда ты восстановишься до наилучшего состояния? Как насчет? Может, поищем где-нибудь вдохновение? Просто останься рядом со мной.
Тогда у меня будет бесконечная сила. Если боишься репортеров, зачем пошла за мной? Тебе тут не место. Возвращайся. Почему это мне тут не место? Так или иначе, я актриса. Я здесь, чтобы насладиться искусством. Но вот ты... Я пришла увидеться с тобой, никаких других целей. Просто хочу увидеть своего друга. И в этом я честна. Но ты избегаешь меня. Ты не джентльмен. Я никогда не был джентльменом. Тогда я тоже не леди. Что скажешь на это? Мы с тобой одного поля ягоды. Почему бы не сказать, что мы близки по духу? Ты все-таки актриса. Используешь идиомы небрежно. Считаешь меня необразованной? Почему ты здесь? Пришел на выставку. А разве тебе не надо готовиться к премии «Золотая скульптура»? Раз господину Вэю не нужно, то мне и подавно. Давай посмотрим картины. Да-да, точно, пойдем посмотрим. Название этой картины — «Убийство». Кто подскажет, о чем эта картина? В этой картине используются черные линии как фон. Красные линии обозначают след убийцы. А белая линия расширяется центральной красной. Это исчезающая душа. Директор, что думаете об этой картине? Неплохо. Линии дикие и необузданные, стиль абстрактного экспрессионизма. Но он имеет тонкую структуру. Невестка, ты можешь сказать? Могу. Скажи-ка. У каждого читателя свой собственный Гамлет. Вот, ты хорошо меня знаешь. В этой жизни я никогда не стану деятелем искусства. Тебе это и не нужно. Ты можешь стать женой скульптора. Я права, брат? Директор Гу теперь и правда влюблен. Но сосредотачиваясь на любви, забываешь о важном. Я подготовлюсь к премии «Золотая скульптура». Если продолжишь, ты сильно проиграешь. Директор Вэй, вы много думаете. С самого детства ты не побеждал меня. Ах, точно. Даже в плане свиданий. Ты мой побежденный противник. Гуян Чен. Не будь горделивым. Хочешь посоревноваться со мной? Я согласен. На сегодня все. Мы должны вернуться к ужину. Сестра, ты пойдешь с нами? Ни за что. Продолжаем.
Директор Вэй, вы зависимы от игр, давайте приступим к делу. Вы можете встречаться. Красивый парень, твой хмурый взгляд может убить даже комара. Улыбнись. Это всего лишь игра, ничего страшного. Моюй, твой брат часто здесь бывает. Почему я не могу победить его? Хаодун, мой брат это мой брат, а ты это ты. Вы совершенно разные люди. В моем сердце. Ты лучше моего брата во многих отношениях. Почему ты всегда хочешь жить, как он? Мы разные люди. Ты должна быть дочь семьи Гу. У тебя должно быть много карманных денег. Давай их мне. У меня нет денег. Не слушай глупости, просто обыщем я. Остановитесь! Уходите, иначе скажу директору. Это маленький дьявол средней школы. Кто? Молодой господин Вэй, слышала, у него ужасный характер. Уходите! Если увижу, что снова издеваетесь над ней, я вас побью. Ты в порядке? Все хорошо, спасибо тебе. Если кто-нибудь будет запугивать, просто назови мое имя. Как тебя зовут? Вэй Хаодун. Вэй Хаодун. Хаодун. Когда же ты вернешься к тому нежному парню? Но все нормально. Я всегда буду с тобой, пока ты не разберешься. Где он? Директор Лин, меня ищете? У вас какое-нибудь задание для меня? Нет. Тогда вы... Собирай вещи, идем со мной. Куда? Узнаешь, когда придем. Вы сдаете мне квартиру? Да. Аренда, наверное, дорогая. Это одна из моих квартир. Можешь остаться тут на время. Но у меня не хватит денег на аренду. Это бесплатно. Это любовное гнездышко? Будешь жить в компании, получишь плохую репутацию, будут сплетни. Точно. Но... Тут должен быть порядок. Директор Лин, у вас спутались волосы. Как ты смеешь касаться моих волос? Уже поздно, мне пора. Следи за своей гигиеной. Хорошо, мой властный директор. Нет, точнее, мой дорогой домовладелец. Искала меня? Где ты был? Приближается премия. Я был на выставке для вдохновения. Вдохновение? И был ты там с семейством Гу? Кажется, вы так хорошо поладили.
Я даже подумала, что вы семья. Ты следила за мной? Так грустно. Я твоя мать. Но ты ничего мне не рассказываешь. Я тоже хочу знать, где ты. Что такого, что я переживаю? Перестань контролировать меня. Хаодун, сколько бы тебе ни было лет, ты все равно мой сын. Я искала тебя сегодня, чтобы сказать. Ты должен победить Гуянчена и получить награду «Золотая скульптура». Ты не смеешь проиграть. Хаодун, почему ты всегда сравниваешь себя с моим братом? Мой брат – это мой брат. Ты – это ты. Вы разные люди. В моем сердце ты лучше моего брата во многих отношениях. Почему ты всегда пытаешься жить как он? Почему я должен его победить? Мы разные люди. Мы можем жить по-разному. Перестань ребячиться! Помни, кто ты такой! Ты наследник семьи Вэй. Ты несешь честь семьи Вэй. Это нормально, если ты струсишь. Но ты не можешь опозорить семью Вэй, понимаешь? Хорошо. Найди мне человека. Хорошо, я понял. Впустите ее. К нам гость? Кто? Ты тоже ее знаешь. Я ее знаю? Входите! Почему ты здесь? Что такое, Шаодзе? У тебя такой тон, будто ты мне не рад. Как это возможно? Как я могу быть не рад нашей малышке? Инна, дай обниму. Инна, ты стала более элегантной после того, как побыла за границей. Твои сладкие речи совсем не изменились. Яньчен тоже не изменился, такой же превосходный. Виделась с Муюй? Конечно, она первая, с кем я встретилась. Почему ты здесь сегодня? Чтобы увидеть нас? Я здесь, чтобы увидеть Яньчена. У меня есть к нему дело. Инна, нельзя относиться ко мне иначе. Тебе не нужна моя помощь сейчас. Как только я вернулась, услышала эти новости. И еще, что Яньчен участвует в премии. Поэтому тут же пришла. Тогда как собираешься помочь? Яньчэнь, ты же знаешь, кто такой Лэн Цюань? Лэн Цюань? Это коллекционер редких камней? Да. Когда я училась за границей, подружилась с его дочерью. Поэтому хочу познакомить тебя с ним. Он ценит талантливую молодежь и собирает много редких камней, которые можно использовать на конкурсе. Что думаешь? Ладно, давай договоримся с ним о встрече. Хорошо, жди моего сообщения. Пожалуйста, помоги мне. Не могу накрасить правую руку. А у тебя и правда золотые руки? Стабильные и точные. Тогда в будущем эту славную задачу нанесения лака я оставлю тебе. Ладно, но я хочу награду. Такой мелочный. Я имею в виду это. Скажу сразу, это предоплата. Плата за завтра. Тогда пойдем со мной завтра кое-куда. Куда? Ради забавы? Мне надо выбрать несколько красивых платьев. Я должна хорошо выглядеть.
Ты хорошо выглядишь во всем. Мой лак для ногтей еще не высох. На мой взгляд, твоей награды вообще недостаточно. Теперь я требую окончательный платеж. Брат Ян Чен. Инна. Ян Чен, а это... Это лучшая подруга Муюй. Это она познакомила меня с Лэн Цюанем. Брат Ян Чен, она... Она Юй Сюань, моя девушка. Привет, меня зовут Дуина. Я художница, только вернулась из-за границы. Привет, я Синь Юй Сюань. Я фрилансер. Фрилансер? Ты тоже художница? Это не относится к искусству. В основном это касается образа жизни. Что именно ты делаешь? Теперь мне стало еще любопытнее. Давай зайдем внутрь. Не заставляй господина Лэна ждать. Это все из-за меня. Я так рада вас видеть. Брат Ян Чен, пойдем. Пойдем. Брат Ян Чен? Так интимно зовет его. Что такое? Ничего, пойдем. Для меня они все редкие камни высшего класса. Их сбор стоил мне больших усилий. Обычно я не показываю их другим. Ну, у вас двоих хорошие отношения с моей дочерью. Кроме того, я восхищаюсь вашими работами, директор Гу. Сегодня я сделаю исключение. Директор Гу, вы можете осмотреть все. Спасибо, господин Лэн. Спасибо, дядя Лэн. Неудивительно, что Лан всегда тебя хвалит. В моей жизни есть только два сокровища. Одна из них моя дочь, а другая редкие камни. Директор Гу, прошу. Этот камень называется Балин. Хоть я не знаю о текстуре, но она точно имеет форму человека. Верно. Очень подходит. В камне ты увидел летящую фею? Однако, больше похоже, что я вижу тебя в моем сердце. Ты научился этому у Шао Цзэ? Такой милый. Только ты знаешь, сладко это или нет. Брат Ян Чен, какой из них ты предпочитаешь для скульптуры? Это пока секрет. Господин Лэн, не могли бы вы продать мне этот камень Балина? Директор Гу, у вас острый глаз. Вы выбрали самые ценные среди всех камней. У вас полно камней высшего качества, но этот камень идеально подходит для меня. Директор Гу, я никогда не продаю камни. Эту коллекцию я собираю только для себя. Господин Лэн, всегда есть исключения. Я знаю, что эти камни живые в ваших глазах. Но для скульпторов у этих камней есть душа. Смысл скульптуры – показать эти интересные души другим людям и получить пользу от этих душ. К счастью, эти камни оценены вами по достоинству, но им одиноко оставаться в этом дворе до конца жизни. Господин Гу, вы умный и доброжелательный. Я могу отдать вам этот камень, но у меня есть просьба. Продолжайте. Я планировал переделать вид в саду. Поскольку вы так любите камни, не могли бы вы помочь мне снова показать эти камни, но... Вы должны полагаться на себя. Но здесь так много камней. Как он справится один? Мы тоже можем помочь. Такова жизнь.
Если вы чего-то хотите, вы должны заплатить цену. Директор Гу, что вы думаете? Без проблем. Это хорошо. Я вернусь к работе. Я проверю, когда вы закончите. Ян Чен, ты сможешь сделать это в одиночку? Доверься мне. Ян Чен, ты, наверное, устал? Выпей воды. Спасибо. Не за что. Ян Чен. Ты вспотел. Хорошо поработал. Мне не сложно. Успехов. Юй Сюань, а как вы с Ян Ченом познакомились? Я работала с ним какое-то время, в роли его помощника. Ты, вероятно, превосходна. Знаю, Ян Чен очень строг в своей работе. Не совсем. На самом деле в работе он не так уж и строг. В какой стране ты училась? Я не училась за границей. Тогда ты, наверное, окончила лучший университет Китая. Нет, это был обычный, самый обычный вуз. Слышала, что группа Гу всегда строго отбирает персонал. Ты дочь какой-нибудь богатой семьи? Нет. Кажется, предпочтения Ян Чена сильно изменились, пока меня не было. Похоже, ты хорошо знаешь Ян Чена. Да. Мую и я были одноклассницами, и я всегда приходила в гости к ним. Моя семья специализируется на выставках, поэтому наши семьи еще и деловые партнеры. Ян Чен всегда был добр ко мне. Юй Сюань, я ничего такого не имею в виду. Не подумай ничего. Как я могу? Ян Чен всегда хорошо относился к своей сестре. Вполне разумно, что ты ему нравишься. Юй Сюань, посиди пока здесь, я попрошу дядю Лана о пощаде. Надеюсь, это не затруднит. Брат Ян Чен. Ян Чен, ты устал, выпей воды. Спасибо. Директор Гу, я недооценил тебя. Я не ожидал, что ты сможешь это сделать. Я восхищаюсь твоим характером и настойчивостью. Я уверен, что ты мой закадычный друг. Возьмите с собой камень Балина. Спасибо, господин Лэн. Я назначу человека, который проведет оплату. Незачем. Эти драгоценные камни бесценны. Вы также сказали, что у них есть душа. Так что не будем о бизнесе. Я отдам его тебе как своему другу. Спасибо. Пожалуйста. Я просто надеюсь, что ты сможешь показать его истинную душу и сделать камень непревзойденным произведением. Поздравляю, брат Ян Чен. Давай найдем место и отпразднуем это. Я немного устал сегодня. Может, в другой день? Пойдем домой. Хорошо.
Хорошо. Пойдем домой. Я пойду за вещами. Поужинаем в другой раз. Господин Лэн, до свидания. Прошу. Сначала я приму душ, потом поужинаем. Если хочешь купаться, просто иди купайся. Не нужно об этом сообщать мне. Ты злишься? Ты обещал меня отвезти развлечься, а познакомил с красавицей, которая училась за границей. Ты должен был сказать мне заранее. Я была так не готова. К чему не готова? У меня не такое красивое резюме, как у других. Но я могла хотя бы красиво одеться. Кроме того, ты сегодня один столько камней перетащил, это меня расстраивает. А еще? Поздравляю, братик Янчен! Давай найдем место и отпразднуем. Ревнуешь? Я не ревную. Почему я должна ревновать? Так ты совсем не волнуешься? Конечно, нет. Не забывай, я изучала тхэквондо. Если только ты попробуешь мне изменить... Мне страшно, когда ты так делаешь. Убери свои грязные руки. Ты сегодня такой грязный, весь в грязи. Уж не такой я и грязный. Примем душ вместе. Отпусти меня! Отпусти! Алло, босс. Так эта девчонка – девушка Гуянчена? Кажется, Гуянчен очень заботится о ней. Группа Гу также признала ее невестой Гуянчена. Обычная девушка? Интересно. Что мне делать дальше? Никакой спешки. Дай мне подумать. Ина. Присаживайся. Брат Янчен, извини, что так внезапно пригласила на обед. Я проходила мимо компании и хотела пообедать с тобой. Юйсюань тоже здесь, так здорово. Это точно. Сегодня он попросил меня сделать с ним скульптуру. Мне правда жаль. Может, я мешаю вам двоим? Конечно, нет. Я надеялась, что ты придешь. Я только что заказала любимое блюдо Янчена. Юсюань, скажи, что тебе по вкусу? Закажи. Я думаю, хотя Ина пригласила тебя на обед, мы должны поблагодарить ее. Почему бы нам не заплатить за эту еду? Как думаешь, Янчен? Да, ты такая внимательная. Слышала, Ина? Счет сегодня оплатит Янчен. Брат Янчен, ты ходил на художественную выставку? Дай угадаю, какие художники тебе нравятся больше. Это импрессионист Чуншань и минималист Вэнь Цинтань, верно? Да, мне нравятся их работы. Хотя стиль простой, но содержательный. Да просто ешьте уже. Хватит болтать о чем-то непонятном, чтобы повыпендриваться своими знаниями. Конечно же, брат Янчен, за эти годы твой вкус не изменился. Я боялась, что ошибусь. Думаю, я все еще хорошо тебя знаю. Ты ведешь себя так перед его девушкой? Я не разбираюсь в искусстве. Но я знаю его лучше, чем ты. Вот, Янчен, возьми это.
Тебе нравится? Решила победить меня куском бифштекса? Юйсюань, ты же тоже ходила на выставку? Какой художник тебе нравится? Мне не нравится. Никто конкретно. Я иду в уборную. Ян Чен, вы болтаете. Синью и Сюань. Я тут узнала, что ты была всего лишь водителем Ян Чена. Все верно. Но не обременительно ли для госпожи Ины переживать за меня? Я не переживаю о тебе. Меня волнует, что ты девушка Ян Чена. Это как гром среди ясного неба. Я не ожидала, что брат Ян Чен так изменится, только из-за тебя. Все верно. Люди всегда меняются. Но я все еще считаю, что леопард не может изменить свои пятна. Ведь Ян Чену всегда нравились картины импрессионизма и минимализма. Нет гарантии, что его интерес к такой простушке, как ты, не просто спонтанная прихоть.